Секретарь Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий провел личный прием граждан. Встреча прошла в исполкоме партии, записались 4 человека. Жители жаловались на несанкционированную торговлю в подземном переходе на станции «Люберцы-1». 2 обращения связаны с жилищной тематикой. Житель Люберец попросил оказать содействие в реабилитации 5-летнего сына, которому поставлен диагноз «аутизм». Мы вам поможем, но начинается, опять же, первый шаг. Это есть педиатр, детский врач, который там дает какие-то рекомендации.